Итак, Макс, я хочу желать тебе успехов. Вот вторая часть. Вот мне пришел какой-то ответ от сообщения на Лексе. Платежи, счет Лекс. Вот сообщение какое-то. Сейчас почитаем, кто там. Прямо в эфире ведем, так сказать, репортаж с места событий. Вот, что там нам пишет кто-то по какому поводу. О, начинающий барабанщик. А, это да, это... А вот Dancing Shoes не надо учить уже. Ну, хорошо. Не надо так, не надо. Ну не надо так, не надо, блин, а я уже тут уже и скачал в MP3 перевел, он уже и табы нашел. Это вот как раз тема по барабанам. Я начинающий барабанщик, уже учусь. Четвертый месяц только пошел, уже записал 3 компакт-диска со своим участием. Вот, издал их на лейбле Cool Minis. Вот, как бы, так что успехи уже есть. Если бы, скажем, там лейбл серьезный и смогу вас заверить, или тебя заверить, точнее, что если бы там была туфта какая-то, то я как-то впасал какую-то там недоработку. Они сказали, такое никто не купит, такое мы издавать не будем. Поэтому они издают только то, что можно продать. Вот, реально наварить себе. Поэтому я как барабанщик уже, можно сказать, состоялся и издал 3 диска. Вот так вот. Ну, я еще не состоялся, конечно, я еще не умею играть там супер-пупер какие-то фишки, это понятное дело, что мне мой учитель сказал, что, говорит, где-то год где-то надо, чтоб прошел, чтоб ты, ну понятно, что не просто прошел и сидеть тупо ждать, когда год пройдет, а учиться, 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 учиться и учиться. Как говорил Ленин, да? Членин. Вот. Коммуняки всякие. Ну, некоторые вещи он говорил правильные, да, Ленин. Учиться, учиться, еще раз учиться. Надо, да, постоянно учиться. Осваиваться в любом деле. Фокус иметь. Вот, короче. Вот, начинающий барабанщик. Вот. Ну ладно, это не надо учить, значит 5 песен всего. Ну хорошо, ну вот. Так что успехи у меня уже есть, можно сказать. Проект называется Warhol, это мой ник, да. Вот, я решил начать так, как барабанщик, да. Этот проект как барабанщик. Один альбом я записал уже там на, не помню, два EP у меня уже есть. Этого года один EP-шник, того года EP-шник и один полноформатник в том году я записал уже. Вот. Там живые барабанные партии, да. Ритуальные барабаны, можно сказать. Ну, все. Пока-пока. Подписывайся на мой канал. Пошел я учить барабаны дальше. Надо заниматься. Сегодня уже занимался. Еще надо позаниматься. Все, пока-пока. Подписывайся на мой канал, а я много чего интересного. Кстати, музыка моя играет, диджей Колдун. Вот, сейчас пишу альбом. Вот уже записал на 5 песен. Уже, ну, это все-таки составил там правильные барабаны, как надо писать их. Записал их, еще чистить надо их от всяких шумов, тресков, это самое. Вот. Ну и потом запись баса, гитары и хрюканины. Ну все, пока-пока.